Наш главный вопрос был посвящен инвестиционным проектам, которые реализуют в Тверской области. Как оцениваете потенциал региона? Какие поручения дадите региональному проекту? Сегодня констатируем устойчивый рост инвестиционной привлекательности нашего региона. Важно, что мы открываем много новых производств, высокотехнологичных, конкурентных. Мы сегодня меряем себя с лучшими субъектами Центрального федерального округа и нашими соседями по северо-западу. Надо признать, что работа ведется масштабная, и, конечно, это направление привлечения инвестиций, оно зависит от очень серьезной командной слаженности, командной работы. Прежде всего, это наши главы муниципалитетов, которые будут принимать активное участие в этой работе. Второе – это возможность ускорения процедур по выдаче разрешительных документов, по разрешению на строительство, по подготовке планов земельных участков. И вторая часть, которая сегодня также обсуждалась, это развитие уже действующих предприятий, тех, которые работают на территории нашего региона. Было принято решение сегодня о создании новой промзоны под названием «Юность», потому что там есть достаточное количество предприятий и земельных участков. В этой связи обсуждается создание высокотехнологичных предприятий на той территории с учетом на территории нового технопарка «Юность», потому что там много жилых зданий, большой очень жилой массив, поэтому там будут работать только или создаваться только высокотехнологичные предприятия, которые не загрязняют окружающую среду, не производят шума, не будут доставлять, так сказать, ну, таких внешних или экологических хлопот нашим жителям. Очень важно, что констатировано необходимость дальнейшего развития программы подготовки кадров. Это то, что мы начали делать несколько лет назад, когда наши средние специальные учебные заведения переведены под юрисдикцию отраслевых министерств. И теперь предстоит еще проделать работу по такой же настройке кадров с высшим образованием, потому что привлечение IT-компаний уже требует более высокого уровня подготовки кадров уже в больших масштабах. Ну и, конечно, очень, наверное, было сегодня интересно для всех увидеть результаты развития туристической отрасли, которая практически догнала сельское хозяйство и стройку по объему вложенных инвестиций. Это более 20 миллиардов рублей. Поэтому создание новых рабочих мест, развитие этих трех отраслей, это строительство, промышленность, сельское хозяйство и туризм – это сегодня три основных драйвера развития экономики нашего региона. Но это не означает, что другие отрасли остались у нас на заднем плане. Нет, это все сегодня тоже обсуждалось и тоже будет активно развиваться. Игорь Михайлович, сегодня также рассматривался вопрос изменений в госпрограмму здравоохранения, в частности, строительство ФАПов. Какие решения были приняты? До конца текущего года нам предстоит построить 21 ФАП. Из них 16 ФАПов – это федеральное финансирование, которое было предоставлено федеральным правительством. Мы, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить президента, который дал такое поручение Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, который очень оперативно, Светлана Алексеевна Голикова, приняли решение. И, конечно, министра здравоохранения Михаила Мурашко, который поддержал нашу просьбу, которая была обращена к руководству страны. Деньги нам перечислены, теперь мы размещаем заказ. Конечно, наше желание, чтобы это были предприятия, которые будут изготавливать ФАПы, резиденты Тверской области, потому что мы хотели бы, чтобы добавочная стоимость и производство ФАПов создавалось на нашей территории. В общем объеме финансирования это более 150 миллионов рублей, 144 только на 16 ФАПов, плюс 5, которые у нас были заложены. Ну и, конечно, это 21 населенный пункт в нашем регионе, который получит новые пункты медицинского обслуживания населения, уже более высокоорганизованные, по высоким стандартам корпоративным, которые в себя включать будут и комнаты ожидания, и территорию, и детские игровые площадки, и парковки для велосипедов, соответственно, малые архитектурные формы. Надеюсь, что все пройдет успешно, и до конца года мы успешно выполнит проект. Поэтому будем трудиться в этом направлении. Игорь Михайлович, целый блок вопросов был посвящен аграрной тематике, в том числе речь шла о поддержке тверских аграриев. О чем идет речь? Речь идет о поддержке развития молочной отрасли. Сегодня регион
уверенно движется вверх по показателям и поголовья молока, но, конечно, мы это признаем недостаточно. Мы считаем, что потенциал у нас гораздо выше, и наши действия и динамика должны быть более серьезными, более активными. С учетом ввода новых предприятий, это Кашинский район, это Румелка, и Бежецкий район, это совместное предприятие наших животноводов и вот этой компании «Румелка», это вторая очередь, у нас планируется более 14 тысяч голов дополнительно в 2023, 2024, 2025 год. Также у нас растет поголовье в предприятии «Дмитрова гора», которое все знают под брендом, под «Дмитрова гора», это агропромкомплектация. Поэтому сейчас стоит задача развивать центральные районы, это Торжокский, Лихославльский, Старицкий, Вышневолодский, Фировский, все, где возможно развитие животноводства. Потому что молочное животноводство – это очень серьезный такой, так сказать, драйвер роста, потому что при молочном животноводстве обязательно нужно производить и заготавливать корма, нужны рабочие места, тоже высокотехнологичные, это уже не те, так сказать, люди, которые, доярки, которые приходили рано, это уже более высокотехнологичное производство сегодня, это уже более серьезный продуктивный племенной скот, это уже более правильное рационное кормление животных. Поэтому, говоря сегодня о развитии молочного животноводства и увеличении его поддержки, мы договорились провести в июле отраслевое совещание на территории региона с приглашением всех глав, кто будет в этом задействован, и определить новые механизмы поддержки и стимулирования для того, чтобы предприниматели приходили в наш регион, и те, которые уже работают, развивали это направление. Считаю, что это одно из перспективных направлений в части развития сельского хозяйства.